Титул 2. 8 одиноких девушек и 7 одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. «Дом-2» — это любовь. Каждый день в 9 вечера на ТНТ. Здравствуйте, я Ксения Собчак. Это телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга. Некоторые скептики считают, что девушки – существа меркантильные. Но наши участницы это мнение опровергают. Как не хвастался Саша Бондарь своей шикарной машиной, девчонки остались к нему холодны. И вчера вечером, по решению ребят, Саша покинул городок. Ну а сегодня наши одинокие парни с нетерпением ждут появления новых участниц. Ведь, может быть, одна из них станет чьей-то судьбой. Сегодня 494-й день нашей телестройки. Май хочет вернуть солнце и проводит очень много времени рядом с ней. Сама солнце пока не торопится принимать решение, но общается с Маем уже гораздо теплее. Похоже, что ее сердце начинает оттаивать. Сэма Селезнева и Насти Дашко сейчас нет в городке. Они отдыхают на морском побережье. Олеся до сих пор находится в больнице, а Рустам с нетерпением ждет ее возвращения. Ольга Бузова уехала на несколько дней к родителям в Петербург. Ну а Рома остался с ребятами в доме. И сегодня, как и все молодые люди нашего городка, будет общаться с новенькими девушками. Как обычно, к нам сегодня приходят новенькие. На этот раз это девочки. Красивые, обаятельные. Правду говорю. Видите? Красивые и обаятельные. Так что встречаем наших девочек. Девчонки! Проходите, девчонки. Садитесь. Здрасте. Здрасте. Просто солдат Джин. Что я могу сказать? Собчак чихнула, потому что просто простыла, а не потому что правду сказала. Нет, не скажи. Здравствуйте. Ну что, я так понимаю, ты Вика. И тебя, насколько я знаю, выбрал для нас Май. Май, ты был на кастинге, и я так понимаю, тебе именно Виктория приглянулась. Да, Виктория достаточно симпатичная, приятная в общении девушка. Тем, что она по прическе похожа на солнышко? Или чем-то другим? Нет, ну зачем сравнивать? Тем, что она... Ну, то есть тебе такой один тип женщин нравится, такой солдат Джейн? Мне нравятся сложные женщины. А Виктория сложная? Пока не знаю. Вик, ну а ты-то к кому пришла, на самом деле, сама? Знаете, на самом деле, на этом проекте мне симпатичны двое людей. И если соединить их вот в одно целое, то получится тот человек, который мне нужен, как я считаю. И два человека — это Майя и Андрей. И вот, и я пришла... Они сидят рядышком. Да, вот я пришла в призрачку, чтобы получить их двоих. А что тебе нравится в одном и что в другом? В Андрее мне нравится мужественность. В Майе мне нравится обтекаемость. Достаточно... бесконфликтный, насколько я поняла, человек. Да. Вот. Не поняла. Не поняла. Вот. А Андрея я еще не видела вот в качестве, как он общается с девушками, именно кто ему симпатичен. Вот. И хотелось бы это узнать. Ну хорошо, Андрей это еще тебе продемонстрирует. Расскажи чуть-чуть о себе. У тебя всегда был такой имидж? Нет, странный, буквально две недели назад я подстригла. Специально достаточно... перед проектом? Нет. Решила просто кардинально измениться и... А какой ты была до этого? У тебя были длинные волосы, да, очень такие волнистые, такие кудрявые, ну, чуть-чуть понадоели и... А характер у тебя какой? Тоже такой достаточно жесткий или ты мягкий такой, женский? Скорее жесткий, потому что, допустим, после того, что я подстриглась, я знаю, что я могу сделать что-то такое достаточно. Ну, хорошо, давай теперь узнаем у тебя, Катя. Катя, ты откуда к нам приехала? Я приехала с Сахалина, с острова Сахалина, с города Корсакова. Вот. И зачем приехала? За мужчиной. За каким? За Давидом. За Давидом? Ну, наконец-то. Забирайте его,
А мы чуть-чуть тут поживем? Чем Давид-то тебе так приглянулся? Он всем своей внешностью, своей творческой личностью. И если посмотреть. У нас еще Степа, творческий человек, Рома, Май. Они еще более творческие. Для меня самый творческий для этого проекта это Давид. Поэтому... Хорошо, ну а ты не боишься? Вот смотри, создашь ты с ним пару, будут у вас отношения, и ты вроде ему нравишься, и он тебе, и уже какая-то там любовь-морковь. А потом вот ребята против тебя проголосуют, а он за тобой не уйдет. Не будет обидно тебе? Если он за мной не пойдет... То что ты сделаешь? Ну, это, наверное, просто будет в глазах телезрителей. Он останется таким... Он уже один раз остался и нормально абсолютно себя чувствует при этом. Нет, я на самом деле не согласна. Вот когда Ольга, да, Десидовская уходила, вот, честно говоря, я бы тоже на месте Давида не пошла бы за ней, потому что, ну, не было там таких отношений, честно говоря, не верила. Да, Оля в тебя была влюблена, это было видно, заметно, но не было искорки в глазах Давида. Искорки не было, не было. Искорка у Давида только при виде гитары. Пока, Катя. Ну что, ребят, задавайте вопросы. Катя, все-таки, если не получается у тебя построить отношения с Давидом, что ты делаешь? Строю их все равно с ним. Но если у тебя не получается у тебя с Давидом, Давид тебе говорит, извините, Катя. Вы мой друг. Вы героиня не моего романа. Что делаешь? Пострадаю. Ты, кроме Давида, готов построить отношения или нет? Пока такого человека на проекте нет. То есть, если с Давидом не получится, то больше тебя здесь никто не интересует? В данный момент нет. Хорошо. Ну, еще один вопрос Вики у меня. Вика, скажи, что все-таки тебе больше нравится? Мужественность или обтекаемость? Если соединить все это вместе... Ну, ты же понимаешь реально, что это не получится? Ну, как не получится? Ну, как ты соединишь два человека в одном? Хорошо, а одновременно с двумя готова будешь строить отношения в нашем проекте? Я жить такой шведской семьей? Вполне. Вопрос переходит к Рустам. Вика, я заметил по твоей походке и вообще по твоим манерам, что ты действительно такая немножко... ты мне напоминаешь, помнишь, у Сильвестра Сталлоне была жена Бриджит Нильсон? Здоровая такая маслокастая деваха. Такие ассоциации вызывают, да? Это очень хорошие, для меня это приятные ассоциации. Мне тоже нравятся такие девушки, которые здоровые маслокасты, да, широко шагают, они знают, как играть светом, они правильно, красиво одеты, интересно. Скажи мне, пожалуйста, вот я не верю все же, будучи с длинными волосами, что ты действительно была такой, все же изменения какие-то произошли. Ты стала более какой-то, ты как-то более... Я стала более уверенной в себе. Вот, вот, спасибо. Ром, твой вопрос. Марине, да, микрофон. Скажи, пожалуйста, не боишься ли ты, что вашу шведскую семью, пока еще очень далеко виртуальную, могут очень сильно осуждать наши приверженцы традиционных семей. Например, Роман Третьяков, да, и Ольга Бузова. Да. Так сказать, блюстители нравственности нашего проекта. Ну, по крайней мере, я приложу усилия для того, чтобы вы увидели плюсы от такого общения. А ты вообще раньше состояла в таких отношениях? Нет. То есть тебе просто интересно? Да. Замечательно. А Май, соответственно, вопрос от тебя. И от Андрея, или вы, может, вместе уже какой-то вопрос? У нас один вопрос. Значит, мы спрашиваем следующее. Девушки, ну какие же у вас будут первые шаги, первые действия и первые дни, как вы собираетесь себя проявлять на проекте? Другими словами, Вика, как ты будешь завоевывать вот этих двух юношей? Они вот все уже в ожидании. Для начала я с ними уединюсь, насколько это возможно, и пообщаюсь. Задам некоторые вопросы. Кое-что для себя выяснить. Вначале с одним, уже... потом со вторым или вместе будете уединяться? Вместе. Угу. А потом я уже сделаю какие-то выводы и вам скажу, какие я шаги для этого предприниму. Ну а если ты вдруг поймешь, что нас невозможно воссоединить, и ну, так как ты нас представляла, мы на самом деле не такие, что будешь делать? Давай сначала посмотрим. Хорошо. Угу. Что будет Катя делать с Давидом? Разговаривать. Разговаривать? Мило. Ну, может быть, какие-то кардинальные там шаги, там, свидания, там, сюрприз. Может быть, ты сегодня танец живота ему станцуешь.
Может быть, приготовишь там супер-яичницу какую-то? Яичницу могу приготовить, супер. Супер-яичница, это серьезно. Когда ты сам последний раз солнцу супер-яичницу готовил, а? Ну, ты сейчас помнишь, но моей супер-яичницы, когда помидоры не так были. Да, да. Так что, знаешь, тоже. Давид, твой вопрос. У меня вопрос, Катя. Вообще, ты идешь на компромиссы и знаешь ли ты мой характер вообще? Я же все-таки немножко грузин. Восточный мужчина. Да, я знаю твой характер. Я прекрасно понимаю, что, по крайней мере, с телевизора, да, с экрана телевизора было видно о том, что Давиду нужна девушка какая, которая будет домашняя, да? Я так понимаю. Готовить, стирать, убирать. Вот, понимаешь, Давид, он тоже, как, в общем-то, и Вика, ищет... совместить несовместимое, знаете ли. Ему надо, чтобы она была и такая прямо хищница, львица, там, страстная, там, такая вся, еще и готовила. Ладно, хорошо, спасибо. А мы идем на стройку. Мы сегодня оставим новеньких двух, а Настеньку домой отправим. Надо посоветоваться с Собчак. Добрый день! Ну что, сегодня готовить обед у нас останутся три мальчика, пусть будут. Май, Андрей и Давид. Ну а Вика и Катя будут убираться. А все остальные за Романом идут куда, Роман? Очень смешно. Вот именно туда ты, Роман, идешь, а все остальные идут на стройку. Ребята, дорогие, уважаемые герои реалити-шоу «Дом-2», здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую вас на этой интеллигентной стройке. И вы сейчас как элита нашей страны, как самая интеллектуальная прослойка нашего общества, будете носить не менее интеллектуальные доски. Эти доски невозможно описать каким-то одним словом. Они настолько многогранны, что с трудом мне удается выразить все их великолепие. Рома, а можно я понесу тебя? Нет, спасибо. Куда уж мне до этих прекрасных досок. Их носить куда приятнее. Мы их будем носить сегодня вот туда, куда всегда носили все остальные другие предметы. Кладем эти доски на травку, я покажу. Параллельно нашему каналу. Можно я положу тебя на травку? Положите лучше Степана. Нет, я вас хочу. Ну что, как девочки? Как делить будем Вику? Как Вику будем делить? Не знаю, как Май. Я ее делить не буду. Не понравилось? Это не мой типаж абсолютно. Я не буду. Ну что, тебе ничем тебе вот не угодить прямо. Вот ничем. Ну как, я не могу. Я не могу, вот я тебе сразу скажу, я не могу видеть девочку с мужской стрижкой. Ну, для меня это убийство. Все. Нет, она женская, там височки такие сделала. Не, ну все, это вот прямо однозначно все. Я даже я не представляю. Да что ты? То есть, если бы она не обстригла волосы, все могло бы быть по-другому. Ну, может быть, может быть. Я видел ее на фотографии в паспорте. Мне кажется, ну мне так нравится больше, чем вот так. Ну, парик ей купил. Вот мне как солдат Джейн, знаешь, это не мой типаж абсолютно. Я себя не представляю с ней вообще. А папка... Ну а что ж ты ее выбрал тогда, Май? Ты же не себе девушку выбирал, а другу или все-таки себе? Да видать себе. Потому что такое ощущение, что выбрал-то ты на свой вкус. Ты знаешь что? Я выбирал не девушку, я выбирал человека для общения приятного, для приятного времяпрепровождения. Так, хватит думать о других. Нужно уже о себе подумать, естественно. А друзья гибнут. То есть, чтобы все-таки солнышко поревновало в очередной раз. Просто Майя у нас любви обидит. Майя, сколько вот, как не стыдно? У тебя друг близкий, без девушки. Да, он не уже сколько времени? Он просто Андрюха. Не путай. Друг и Андрюха. Это две большие разницы. Андрюха у тебя уже один очень долго. Андрюха один очень долго, потому что он сам не знает, чего он хочет. Да, это солдат Джейн, это Мэри Пейн. Это... Хорошо, подожди, а что ж ты с Олечкой Деситовской не встречался? Потому что это не твой типаж, но тебе не нравится. Ну ты хорошо, то есть я так понимаю, для тебя, Андрюша, это уже вопрос решен. Ну, Вика не подходит. Не подходит абсолютно. Слушай, я предлагаю решение такое. Да.
нам втроем, естественно, втроем, куда же вы без меня, ребят? Ну, понятно. Отправиться сегодня на какое-нибудь свидание. Согласен. Может, вам вдвоем отправиться, Андрюш? Нет, втроем. Нет, зачем нет, это все нет, надо? Нет, шведская семья, так шведская семья. Он хочет, быть может, показать. А какие-то... как солнце на эту шведскую семью посмотрит? Я думаю, положу. Я думаю, пока призничает и присоединится. Сестричка моя. Посмотри, как мы интеллигентно несем доски. Пиляй, попочка. Ромочка! Спасибо, буду Ромочка. Рад вас видеть здесь вновь. Посмотри, переносите. Как интеллигентно мы это делаем. Да, девочки, я вижу. Мы хорошо виляем задницами. Вы великолепно виляетесь своими попами. Случаем. Практически как свет с певицей. Вот, даже подожди, лучше, подожди. Даже так, лучше нет. Не бросайте, нет, пожалуйста, нет, не бросайте. Кладите, да, кладите вот сюда. Загнись. Вот. Кладите, давай. Кладите, Настасья. Спасибо, у вас великолепный упала. Маникюр сегодня. Я буду рад вас видеть вновь Ромочка, здесь. Еще раз. Приходите, буду ждать. Искренне надеяться на встречу. У нас задача выбрать одну из двух, да? Одна Вика, а вторая девочка-пионерка для меня ничем не примечательная. Обычная, почему, Катя, заумянная. По-моему, достаточно она... умная девочка. Она очень умная, она ничего не сказала про Давида, почему ей нравится Давид, то, что он песни поет. Ах, как она его видит тонко насквозь. Но у нее какой-то огонек есть в глазах, согласись. Она не произвела впечатление такой пассивной девочки. Девушка просто немного волновалась, она, я думаю, да, что себя еще проявит обязательно. Вот тебе, Катя, понравилось? Ну, по крайней мере, по типажу. Ну, или интересно. Как сказала бы... Она так живо говорила, она там как-то свою позицию отстала. Тем не менее, она не мычала. Нет, она как, не мычала. Как сказал бы Рустам сейчас, у тебя провинциальный вкус в девушках. Так что поэтому это неудивительно, что она тебе понравилась. Не тебе бы говорить про провинциальный вкус. Ложись. Ложись. Давай. Подожди. Подруги. Давай. А у меня, знаешь что, у меня не хватит рук на вытянуть. Поднимай. Еще слушай, еще... вообще нереально. Все, поднимешь? Ну, давай, попробуем. Я держу в любом давай. Случае. Молодец. А сейчас поднимай. А, нет. Держи. Соберемся. Чувствуем себя атлеткой. Здравствуйте, солнышко. Наконец-то вы снова посетили нас. Приходите чаще. Кладите бревна. Вот, смотрите, пожалуйста. Солнце, к сожалению, мешает посмотреть на все ваши, вот, да, вот так хорошо, прелести вашего танца. Вот, Алёнушка, видите, взяла бревно потяжелее в этот раз. Так. Алёнушка, кладите. Кладите. Кладите, аккуратно. Так. Спасибо. Сейчас еще солнце, принесу. Спасибо. Алёнушка, спасибо, приходите вновь, буду рад сейчас вас видеть. Сейчас мы придем здесь. К вам, Роман. Май у нас в паре, причем да. Так уже... долго и давно, и отношения с солнцем у него очень серьезно. Ты думаешь, тебе реально удастся? Ну, я попробую, да. Я не сомневаюсь в своих силах, я хочу попробовать. Это мне сильно интересен человек и Май, и Андрей мне интересен. Хорошо, а отдельно Май и отдельно Андрей? Я не знаю, Андрей, нет, я хочу пообщаться, я хочу узнать, что это, да, за люди по отдельности, потому что то, что видно с экрана, это совершенно одно, а хочется узнать, что такое жизнь. То есть, если ты с ними пообщаешься поближе, может, да. Ты сможешь определить. Вполне возможно. Если останется Вика, угу. Настя Глущенко с удовольствием покинет наш телепроект ближайшее на голосование. Ближайшее голосование. Тем более, оно будет женское. Оно будет женское как раз-таки. То, что нам, девочкам, необходимо. Ладно. Я предлагаю, может, по-другому сделаем. Кого? Ну, сегодня оставим новеньких двух, а Настеньку домой отправим. Надо посоветоваться с Собчак. Посоветоваться с Собчак, да. Я думаю, ей она эта идея понравится. Да. Не понравится или понравится? Понравится. Понимаешь, что есть такая вещь, как репутация. Вот у Давида репутация я понимаю, да. Бабника нет. И такого разбивателя женских сердец. Я понимаю. Тебя это не пугает? Нет, нет. Или, может быть, наоборот... как-то интригует, и ты думаешь, а вот вдруг именно у меня получится? Ну, естественно, я так думаю. А вдруг именно у меня и получится? Нет, на самом деле я так и думаю. Вдруг именно у меня и получится? А вот. Но вот ты так и не смогла все-таки внятно объяснить, чем он тебе так сильно понравился. Мне он понравился внешне. Это в первую очередь, как бы, да. Мне понравилось, естественно, его творчество, то, что вот он играет на гитаре, поет, вообще там за у него голос. Надеешься, что когда-нибудь он тебе эти песни все будет петь? Да. И, честно говоря, посмотрев его глаза, видно доброта, искренность, вот
ну вот хороший вот он человек. Я не знаю, как это объяснить. У него это идет вот отсюда. И... ну, я, то есть ты ему веришь? Вижу. Да, я ему верю. Я такая глупая, наивная дурочка, я ему верю. Тебе нравится Катя по типажу внешне? Ты же знаешь, для меня вообще не важно внешние данные. Вообще, вот я не играю этими словами, честное слово. Я по жизни, сколько я прожил, столько ошибок допустил, столько успехов, столько всего, я окончательно убедился, что вот действительно не важно вообще внешние данные. Ну хорошо, ну, тебе что? Какой-то процент, да? Ну что тебе важно, чтобы она приносила тебе кофе в постель, убиралась? Нет, господи. Ну а что важно? Я в рабыню сразу разочаруюсь. Ну а что? А что тебе важно? Важно вот соответствие внутренних и внешних, ну, данных, естественность, искренность. А сейчас как я могу почувствовать пока? Ну, бывает, знаешь... Нужно время, но вот дефицит времени на проекте, вот это убивает. Я готов в этом плане тебя поддержать, потому что мне больше нравится Катя внешне, какая она там, я не знаю. А с Викой у нас просто не может быть, в принципе, ничего абсолютно. Мне Вика очень понравилась, но с Андрюха ее забирают. Да, я за. Мне кажется, из них будет хорошая пара. Угу. Из Андрея и Вики. Мы должны это сделать. Солнышко у нас оживилось. Нет, ты молодец, это очень хорошо. Вот для шоу то, что ты пришла вот так вот, да? Маю и к Андрею. Не, а что если так действительно есть? Они оба симпатичны. Я посмотрю, что как. Узнаю у Мая, узнаю у Андрея, посмотрю на них. Андрюха сказал, что ему не нравится Вика. И Давид, по-моему, тоже не очень обрадовался. Катя. Угу. Ну, ладно. Мы должны уберечь Мая. Это он сейчас будет выделываться специально. Ты предлагаешь мне голосовать против Вики? Не, я ничего не предлагаю, ты решай сам. Просто я тебе говорю о том, что Май сейчас будет специально выделываться, чтобы солнце на нервы подействовало, чтобы она поревновала. Я не хочу, чтобы она волновалась. Поэтому пригласи солнце на свидание, чтобы поволновался Май. Ну не на свидание, а на какой-нибудь выезд. Ну, я говорю, понял уже. Зачем-нибудь там... Зачем-нибудь необходимым. Вот, пусть Майя понервничает, но соперниц солнцевских надо ликвидировать. Зачем ты приехал? Мне глазки можно не строить. Не работает. Лучше отвечай. Тебе не строить. Не строю глазки. Я к Давиду приехала. К Давиду приехала? Да. А ты не могла бы не жевать жвачку? У меня сразу портится впечатление. Он тебя давит психологически. Я знаю, что он гадает психологически. Нет, что-то. У тебя были длительные отношения? Были. Чего остались? Сколько и почему? 3,5 года. Для меня это длительный срок. А он ему помогает, так что держись. Почему? А ты не могла бы сесть ко мне и убрать сумку? Сумка – это барьер. У меня такое ощущение, что ты мне не... Это на самом деле все бред. То, что сумка – барьер, что если там сидишь на крашке... Я еще не попросил ваш хомяку, значит, ты не заинтересован. Хорошо, я еще потому что с Давидом разговариваю. А я попросил с тобой поговорить. Хорошо, давай. Зачем ты приехала? За любовью. Хорошо, ты знаешь, это очень эффектно, у тебя комплимент. А за периметром столько мужиков хороших. Почему? Тем более, знаешь, если говоришь, сумка, бред, то я считаю, приехать с Сахалина в Москву, чтобы... За Давидом, который через неделю тебе скажет, что это ты мой друг. Бред. Ну, скажет мне так и скажет. Ну, а почему ты не это самое? Там не нашла любовь ты себе. Потому что не нашла, и все. А здесь найдешь? А здесь пытаюсь. Здесь же мало людей. Ну вот ты сюда приехал, ты нашел свою любовь? Ты чего сюда приехал? Я случайно нашел. Нет, я не любовь, я приехал себя раскрутить. Себя раскрутить? Да. Я не хочу себя раскручивать. Значит, если Давид тебе через неделю скажет до свидания, ты соберешься и уйдешь. Угу. Да? Угу. Тебе нужен только Давид? Да. Одежду ты никогда не дарила. Я тебе столько раз дарила одежду, а ты мне ни разу. Да что это такое? Одежда? Я тебе ни разу одежду не дарил. Mm-mm. Ты чего гонишься? А что ты мне даришь? Ты чего гонишься? Ну, скажи мне, что. Ну, даже слушай. А что ты мне дарил? Ты чего ждешь-то? Ну, Степка, ну скажи, что ты мне дарил. Ну, последний раз юбку я тебе дарил.
Степка, спасибо. Я забыла самую мою любимую юбку, причем на годовщину, да? Носки шерстяные, две пары. Да? Ну, юбку, да. Я имею в виду, что там кофточку, какие-нибудь чулочки, белье нижнее, чтобы такое... Такое, Алена, я хочу, чтобы ты сегодня вечером надела вот это, и такое мне даришь, блин, такое... Я же тебе дарила трусики, а ты мне не рада трусики не дарить. Ребята, пока. Пока-пока, ребят. Все, хорошо вам отдохнуть. Пока. Ну вот сейчас и пообщаемся. Идем на шашлыки. Я думаю, обстановка как раз располагает к общению. Да. Надеюсь, узнаем друг о друге больше. Я тоже надеюсь. И может быть, ты выберешь кого-нибудь одного. А может быть, и не выбираю. А может быть, и никого. Ты готова мне помочь в ответ? Да. Нет, мне надо элементарно тебя использовать. Все просто. Вообще, зачем пришла? К нам, именно к нам, и больше не для чего. Да. И сразу к двоим. И сразу в обоих влюблены. А вот как сразу вас увидела, вот так и сразу вот. Обтекаемость Майи, мне тут интересно, это что? Обтекаемость Майи — это способность подстроиться, в принципе, под любую ситуацию, оставшись при своем мнении, но в какой-то степени, знаешь, есть такое слово, я не злопамятная, а злой память у меня хорошая. Вот в таком же случае просто человек в нужное время может опыт так срулить и... А у меня этой обтекаемости нет. У тебя, ну, я не видела вообще твоего общения с девушками, еще раз говорю. Я наблюдала там некоторые моменты общения с солнцем, и я не видела, как ты общаешься с девушкой, которая, да, там тебе симпатична, с которой у тебя там какие-то отношения, или же что-то, как бы с Настей Галовой я видела. Это все было так вот. Игра такая, поэтому я не знаю. Скажи мне, со мной можно общаться бесконфликтно? С тобой можно общаться. Да. Значит, я тебе скажу следующее. Каким-то образом, да, я помог тебе прорваться сюда, да? Ты готова мне помочь в ответ? Да. Нет, мне надо элементарно тебе использовать, все просто. Сейчас ты получишь ее в глаз. Я планирую... Нет, это так громко. Давай. Я планирую... каким-то образом возобновить отношения. Это не значит, что я подойду и скажу, как настоящий мужчина. Мне же не свойственна мужественность, как Андрею, да? Вот. Типа я должен подойти и сказать там, знаешь, типа, прости меня за то, что я такой козел. Нет, у меня есть свои методы определенные, да? И мне сейчас нужна легкая помощь такая. Легкая помощь для того, чтобы каким-то образом эти отношения оживить. Угу. Тебя не пугает вот такое отношение, Майя? Ну, как бы я такая в маленьком шоке, но я уже такая уже пришла в себя. Мне приятно внутри. Ну, как? Ну, как бы, ты знаешь, просто ты пришла к молодому человеку, выразила ему свою симпатию, а он тебе тут такое. Наверное, я знала, что там так вот все происходит, правильно? Вот, поэтому я, в принципе, не особо так. Ну, конечно же, я расстроена ужасно. Ты еще не можешь предполагать, кто из мужчин будет за тебя голосовать? Ну, давить 100%. Ну, я думаю, что один Давид будет. Думаешь, что так? Ну, так нельзя с таким настроем. Не, а что серьезно, как бы, когда она приехала к Майе, Андрей, да, это уже Андрей и Майя за меня голосуют. А вот. Степе там вообще по барабану. Ну, да. Та, которая это есть, которую я тебе вижу. Это не мое абсолютно. Я могу с тобой дружить, знаешь, мы там пообщались немножко. Мне с тобой интересно, не спорю. Общаться, ради бога. Но что-то больше у нас не получится точно. Я тебе уже это говорил. Поэтому, знаешь, из этого вопрос. Ну, если ты понимаешь, что я, вернее, ты мне не нужна. Майю ты нужна только для того, чтобы использовать тебя. В шоке вообще. И что будешь делать? Что же ты будешь делать? Мне надо подумать. Ну подумай, вот две секунды. Не могу, мне надо подумать побольше. Останемся каждый при своем, да, как, но я постараюсь сделать, еще раз я говорю, может, заинтересую тебя. Может, я действительно пойду там завтра, послезавтра наращу волосы такой длины, такая вся будет такая романтичная, вот. А ты, вот, я тебе понравлюсь, да, заинтересуюсь. Твою сторону. Следующий. Вот, твою сторону.
тоже может за время общения какое-то может такое вот что-то превысить, кроме того, как использовать, получится, что еще как-то можно будет пообщаться по-другому. Случилось что-то? Нет. Как нет? Ну ты ж вот только что нормальной была. Тебе могу сказать, что ничего нового не случилось. Я могу что-нибудь сделать для тебя? Нет. Чем я могу помочь? Мусорку можешь пронести на место. Викусь, ну я желаю тебе удачи. А я должен еще закрепить свой контракт. Ну, закрепи, давай. Слушай, раз уж я плохой, надо быть плохим до конца. Ну, давай, попробуй. Контракт на использование тебя. Ну, в таком случае в дальнейшем тебя тоже. Где? Какие моменты? Это мы обсудим позже. Согласен. Если захочешь. Слушай, Вика, я желаю тебе удачи. Не знаю, искренне, но тем не менее. Шучу, шучу. Конечно, искренне желаю тебе удачи. Надеюсь, сегодня вечером ты останешься с нами. Тоже на это надеюсь. Слушай, пойдем, кремляк. Она гламур, летящий на крыльях ночи. Жвачка, прилипшая к твоей подошве. Она знает все о нас и ничего о новых участниках, но это не мешает ей гениально провести лобное место. Ксения Собчак. Роман, что с вами? Вот что значит, когда нету рядом с Романом Ольги Бузовой. Наконец-таки может искренне признаться во всех чувствах ко мне. Давайте все-таки о девочках поговорим. Вик, ну... Первый вопрос напрашивается сам по себе. Ты не остыла в своем желании жить и с Маем, и с Андреем одновременно? Пока нет. На свидание как вы съездили? Замечательно. Ну, кто тебе все-таки больше понравился из них? Также придерживаюсь позиции, что оба. Абсолютно они вот равнозначны. Ну, вот в какой-то степени там превышал положительные, да, эмоции Майя в какой-то степени. Андрей, получается так, что в конце концов они опять одинаковые. Опять одинаковые? Да. Слушай, они просто как братья-близнецы. Все-таки они не братья Каримовы. И сказать, что они похожи друг на друга нельзя, в принципе. Ну а в чем же тогда их одинаковые, скажи, пожалуйста? Совершенно разные люди, разный темперамент, разный характер. Я понимаю, но в этом они друг друга дополняют, я уже говорила. То есть жить ты будешь с двумя с ним? Ну, насчет жить пока еще неизвестно, а вот пока общаемся... Вот, а с солнцем чего делать будет? Или она тебе не соперница? Ну, соперница, не соперница, это будет дальше видно. Вот так вот, солнышко. Ну что, хорошо. Катя, соответственно, вопрос к тебе. Что происходило у тебя сегодня с Давидом? Если вообще что-то происходило? Мы с ним мило беседовали, и на протяжении всего дня я не изменила своего мнения. Он действительно такой, каким я его представляла. А ты почувствовала, есть ли у него интерес к тебе? Честно говоря, не сильно заметно было, но я делаю скидку на то, что он немножко болеет. Честно, честно. В общем, Давид выступил, как всегда. Вроде там и внимание уделил, но и так, чтобы не особо потом можно было как-то придраться. Так что все как обычно. Майя, Андрей, Майя. Ну вы-то что можете сказать о Вике и о дне, проведенной с ней? Ну, нормально так пообщались. Ну, какого-то энтузиазма я не вижу в глазах. Нормально так пообщались? Не-не-не, пообщались нормально. Солнце, ты почувствовала угрозу, скажи честно? Угроза. Что сказать? Ну ладно, не говори только, что ты не занервничала после прихода Виктории сюда, что тебе очень хочется, чтобы она здесь осталась. Мне действительно будешь рада за Майей, если он построит с ней отношения, да? Нет, за Майей я рада не буду, если он построит с ней отношения. Но тебе кажется, что он их не построит?
Привет. Так я понимаю. Что? Мне кажется... Но тебе кажется, что он их не построит, так? Да, мне кажется, что Майя их не построит. Мне кажется, Андрей, вот Андрей обязательно построит. Вот только Андрей. Спасибо. Ну, Андрей один, насколько я поняла, Виктории не нужен. Так что либо все, либо ничего. Ну что ж, приступим к голосованию. Вы уже о них узнали достаточно. Давид, пусть. Катя. Несмотря на то, что Катя мне нравится больше по типажу, я выбираю Вику, потому что мне с ней интересно. Я козел. Она интересна, я думаю, мы с ней будем прекрасно общаться. Да что вы говорите, Андрей, как у вас все быстро меняется в вашей жизни. Май. Вика. Почему? Рома. Ксюша, ты не хочешь спросить, почему? Ну давай, солнышко, давай. Раз ты настаиваешь, почему, Май? Потому что я желаю счастья Андрею. А, понятно. Хорошо. Супер. Рома. Вика. Почему? Ты тоже желаешь счастья Андрею? Насколько я понимаю, что позиция у девушек здесь совершенно равнозначна. И Катя пришла к Давиду. И здесь может, а может быть и ничего не получится. А у Вики более интересная позиция, которой никогда не было. Я считаю, что она поинтереснее, поэтому могла за нее. Но она осуществима, Ром? Или нет, это конечно. Такой пиар-ход? Это бред. Ну, понятно, что это бред. Ну, а в чем тогда интерес позиции? В том, что можно прийти и сказать, слушай, я вообще хочу вот со всеми мужчинами дома два. Но, однако, это же смело. Это слова. Это слова, но заявить их здесь, это я считаю, что надо обладать определенным чувством юмора и смелостью. Понятно, хорошо. Рустам? А я выбираю Вику. Вика кажется мне интересной девушкой. Это та девушка, которая должна здесь быть, и я думаю, что она отвлечет этих двух Бьюиса и Баткета от сочинения их стишков дурацких. Хоть как-то заставит их немножко заняться чем-то другим. Это такой сейчас булыжник в огород солнца, то есть солнце отвлечь Майя не может, а вот Виктория, и только она. По-моему, она просто не хочет отвлечь. Хорошо, Степан. Я просто влюблена в ваше творчество, ребята. Я голосую за то, чтобы осталась Вика. Просто тем самым я поддерживаю Катю, чтобы ее сожрут здесь. Все. Какой-то добрый, Степ. Ну что ж, 5 голосов за Вику и всего один, к сожалению, за тебя, Катя. Так что, Викочка, я тебя поздравляю с победой. Ты остаешься с нами. Ну, Кать, так получилось, что тебе придется нас покинуть, но я уверена, что такая обаятельная, живая девушка обязательно найдет свое счастье за периметром. Ну, а мы увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект «Дом-2». Построй с вами любовь. Пойдемте? Андрей очень такой интересный человек. Я хочу его понять. Мы разговаривали сегодня, у нас были там разговоры. И так он мне прям жесткие вещи говорил. Но я как бы пытаюсь это исправить. Тебе нравится Викуля? Прикольная, да? Яркая. Это очень важно. Такая спокойненькая. Знает себе цену. То есть просто так не подходи, конечно. На коне надо подъезжать. Ой, я сегодня в конюшню ходил, конечно, гладил наших любимых. Они смотрят на меня внимательно, знаешь, даются гладить. А тебе рассказывали, наверное, да? Ты была на кастинге, да, с моим, да? А ты как сама считаешь, с моим у тебя получилось со мной? Ты знаешь, не знаю, я вижу, что у них солнце. Да. Поэтому я как-то даже, знаешь, вот такой ля-ля-ля. А с Андрюшкой? Андрей очень такой интересный человек, я хочу его понять. Мы разговаривали сегодня, у нас были там разговоры, и так он мне прям жесткие вещи говорил, но я как бы пытаюсь это исправить. Так вот. Посмотрим. А, и не напрягайся вообще. Будет. Тебя сейчас будут доставать, конечно, этим. На каждом ровном месте, я представляю, что это. Будешь ли ты бороться? Это меня просто... Собчак вообще, ты Собчак дашь за что-то зацепиться. Она так грамотно зацепится. Нет, Собчак молодец, мне она очень нравится. Профессионал. Собчак просто зверь. Видела, у меня розы на кровати. Да, это кто тебе положил? Я.
Я сделала сама себе приятное. Я считаю, что нужно эти розы положить мне, потому что они у тебя блекнут. А на моей кровати они будут превосходно выглядеть. Ты молодая, развратная дура. Да ты что? Да. Ты об этом не знала? Нет. Чума, дура, дура. В голове не бум-бум малолетка, дура, дура, в голове не бум-бум малолетка, дура, дура, в голове не бум-бум малолетка, дура, дура. Дура, дурай! Дурай! Дура, дурай! Дурай! Чё, тебе нравится здесь? Да. Вообще? Вообще, да. Самое главное. У меня был какой-то вся... полтора, ну, часа два, наверное, назад, я прям, у меня такой тупняк, я в таком шоке, знаешь, я вообще не знаю, куда себя деть, каждый по-своему развелся тогда, в принципе, как меня предупреждали, потому что там, да, игнор будет полнейший вообще. Я такая пошла, там позвонила, там, маме, понимаешь, такая... Вот состояние. В эти моменты дома чем развлекать саму себя, если одна? Если я одна? Да. Есть много способов. Можно к кому-то навязываться. Но читать смысла нет. Нет, я могу включить музыку. Я могу... Телевизор я, в принципе, особо так не люблю вообще. Что не любишь? Телевизор. Ну, вообще... А его здесь и нет. Нет новостей, нет программ, нет ничего. А что ты тут делаешь, скажи мне? Да хожу, дурачусь. Рэп читаем с мамой, там, поем какую-нибудь фигню. Какие-то розыгрыши тупые, там, просто что угодно. Когда как? Там под настроение, бывает просто ничего не охота. Хожу какой-нибудь донимаю, если делать вообще нечего. Там, найду жертву, хожу, кровь пью, прикалываюсь, застеваю. В ванне сижу, что-то я замерз. Холодно, пойди, простудись.